Всем привет! Знаете, сколько раз у меня спрашивали, почему я говорю о себе в мужском роде? Наверное же, так же часто, как и спрашивали, как правильно читается мой ник. Очень-очень-очень много раз. Наверное, буквально под каждым роликом можно найти такой вопрос. И, честно говоря, я не понимаю, почему многие думают, что за этой привычкой есть какая-то история. Типа, да, ладно, она есть, я не буду спорить. Но не то, чтобы она сильно важная и очень интересная. Но поскольку таких вопросов очень много, вот вам ролик со стритаймом, видимо. Наверное, сразу стоит обозначить и сказать, что я не считаю себя парнем, я девушка. Кстати, да, как-то у меня спросили, какого я пола. Видимо, я звучу как парень, но ладно. В общем, да, я 100% тян, я никогда не хотела сменить пол или что-то в этом духе. Никакой психологической травмы у меня нет. Родители не хотели себе сына Дмитрия и прочее из этого. Но это если коротко, вдруг кому-то лень смотреть, ведь история будет чуть длиннее. Поэтому погнали. Я уже когда-то говорила, что больше тусил с пацанами, и так просто получилось по жизни. Я не буду повторяться и рассказывать, почему так вышло. Ну вот, ну просто вышло, такое бывает в жизни. Я вообще тут еще копарь, пацанка, но просто со стороны меня все считают вроде как милашкой. И это, кстати, не мои слова и мое мнение. Мне вообще вся моя туса заявляет, что я единственная леди среди них. Поэтому просит меня не вести себя как сапожник. Хотя понятно, что ребята меня просто троллят. Идите-ка вы сами туда, из меня леди вообще никакущая. И, в общем, подобные тусовки меня окружали всю мою жизнь. Я в целом не умею общаться с нормальными людьми, с какими-то адекватными манерами, которые просто ведут себя мило. У меня все ржут над тупыми шутками, рыгают в войсе, сами знаете, о ком речь. Короче, полный бардак. И, наверное, для такого спокойного человека, который сидит 24/7 дома, такая компания просто идеальна. Как раз потому, что сразу создается ощущение движа вокруг, даже если движа на самом деле нет. И в свои 14 лет я очень-очень сильно увлеклась онлайн-играми, потому что все пацаны мои, ну, в общем-то, играли в них. И как-то меня это тоже заинтересовало. Наверное, стоит сразу сказать, что это было очень и очень нездоровая заинтересованность в играх. Наверное, можно даже сказать, что это было как раз то, что обычно называют игровой зависимостью. Мне очень понравилось играть, и я там проводил все свое свободное время, я забросил учебу. И да, такое вот оно практически первое знакомство с интернетом и играми. Не могу сказать, что я горжусь тем периодом своей жизни, но с другой стороны, плохого я тоже ничего не делала, я лишь играла. Причем почти во все подряд, и по большей части в онлайн как раз таки игры. Я сидела там со своими друзьями, я там познакомилась с кучей классных людей, и даже с некоторыми до сих пор иногда мы общаемся, хотя я уже не играю в таком количестве и даже не играю в те игры. Так вот, геймерское комьюнити, оно не сильно лояльно к новичкам и девушкам. Хотелось бы мне сказать, что сейчас много что изменилось, что парни стали терпимее, но нет, они все такие же токсичные, и девушки, которые тоже играют в игры, достаточно токсичные. Мало кто может оставаться долго милым, когда ты постоянно проигрываешь, так что в целом практически все геймеры токсичные, вы должны с этим смириться, даже если вы говорите, что это не так, это так. Скорее всего, вы просто это не показываете, но на самом деле вы поняли мою мысль. И дело в том, что даже сейчас девушек либо отправляют на кухню, либо начинают симпить, особенно если ты просто милая девушка и позволяешь так себя вести парням с собой. Я вообще нифига не милая, особенно когда дело касается игр, я другой человек, поэтому без понятия, каково это, когда тебе симпят кунчики и дарят тебе скинчики. Меня как раз таки отправляли на кухню и проверять мать. В общем, по логическим причинам я просто, когда писала в чат, убирала ту самую последнюю букву, чтобы пацаны не ливали из каток, потому что к ним кинула тёлку. Цитата. В общем-то, технически историю на этом можно было бы закончить, но как бы не так. Как я и сказала, у меня была нездоровая любовь к играм, поэтому вскоре я просто привык так писать, а потом даже и говорить так начал, что почему-то раньше никого не бесило, а теперь вот людей бесит. Ну ладно. У меня были проблемы в школе из-за того, что я говорю о себе в мужском роде. Да, моя классная просто заметила это как-то и вызвала на разговор. Я вроде как что-то мямлила в ответ, сказала, что привычка, но она не отстала. В следующий разговор она уже орала на меня и говорила, что девочки так себя не ведут, и я так и не поняла, как так я вела себя нормально, будто бы моя речь, ну, хоть на что-то влияет. На третий раз она позвонила моей маме, и знаете что? Ничего. Мама сказала, что ей пофиг, просто потому, что она не видит ничего плохого в этом, и пусть классуха не беспокоит ее по таким пустякам, а лучше занимается своей работой, как учитель. Да, ребят, я тоже удивлен, что моя мама так сделала, но честно, я считаю, что в этом действительно нет никаких проблем. Не понимаю людей, которым это режет уши. У меня
вообще все девушки в компании постоянно так говорят. И что, мы теперь клуб трансов? Ну, я не знаю, это очень странная предъява. Кстати, я постоянно встречаю в ВК-странице парней, которые пишут в женском роде, а потом оказывается, что это как раз такие есть девушки. Да-да. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите, почему вы так общаетесь, если вы такой же житель, как я. А те, кого раздражает подобное общение, расскажите, почему так вышло и что вам именно не нравится. Потому что, ну, это довольно странно, по моему мнению. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мою группу ВК, инст, чекайте мои рисунки, можете иногда заходить в Твиттер, я там иногда что-то пишу. Всем огромное спасибо и всем пока.